Стой, имейте право на молчание, имейте право на адвоката, все у вас сказано, и вами будет использоваться. Стой! Я сделаю все задания для ВД Каринской области. Вы сотрудники. Значит, при себе имейте запрещенные законы, психотропы, наркотические средства, руки в нижней. Не, не. Что это? Я не знаю. По воду сейчас у меня ключи только в кармане могут. Так, значит, в правом кармане, в правом боковом, внизу, да? Или здесь сверху? Нет, сбоку. Сбоку, да? Правом сбоку. Значит. Смысл? Пластиковая пилюля? Похожая на таблетку? Она вскрывается же. Какого цвета? Так, порошок голубоватого цвета. Видите, да, помните, вот они посмотрите. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 27-летний житель города. У задержанного изъято порошкообразное вещество. На сегодняшний день подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.